Аллергии подвержены 7 человек из 10. Амброзия – самый сильный аллерген. Единственный эффективный метод борьбы с ней – не допустить цветения. Чем больше подрезают амброзию, тем сильнее кустится сорняк. Поэтому анапчан призывают вовремя косить газоны. За каждым руководителем закреплены участки в городе. В районе Таразе ГСК 1, 2, 3, 5, 6 ответственных за жутов. Очень много амброзии, значит, произрастает родниковая, садовая, улица по Анапскому шоссе, правая сторона, в районе улица Дальневосточной, это ответственный Кисляков, МФЦ. Есть амброзия в улице Объездной, в Белорусском проезде, Асташоном. Мэр Анапы Сергей Сергеев установил срок. В конце рабочей недели все перечисленные участки проверят еще раз. Просил бы коллеги обратить внимание и ужесточить работу, потому что в полном расцвете цветет амброзия. Я бы хотел, чтобы у нас было понимание, потому что следующий этап будет уже наказание. Следующее планированное совещание. Вы опять повторите эти адреса. Соответственно, не доложите. Сделаем фотографии, как мы делали. Нет, значит, будем считать, что люди просто наплевали на свою работу. Хорошо, спасибо. Сергей Павлович, можно ли это? Да, пожалуйста. По поводу... Не обязательно отправлять на войну с амброзией своих сотрудников. Руководители контролируют закрепленную территорию и должны следить за порядком, чтобы освободить Анапу и анапчан от амброзии. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.